следующем году город потратит 54 миллиона на районные газеты. О новой схеме финансирования сообщил заместитель председателя комитета по печати на втором фестивале локальной прессы. На протяжении нескольких лет газеты и журналы существовали на деньги районных администраций. И, как отметила жюри фестиваля, многие издания в текущем виде больше нужны самим районным чиновникам для отчетов перед вышестоящим руководством. Кроме того, городское субсидирование поможет старым редакциям, которые сегодня выживают за счет заказов, грантов и рекламы. При этом районки не потеряют свое лицо. Районные СМИ тоже приобретут в 2017 году немножко другой формат, немножко другое отображение. Но при этом они не потеряются. И все те старейшие редакции, которые с 90-х годов делали районную журналистику, они сохранятся. Это тот главный посыл, который был, и который нам дает уверенность в том, что в этом сегменте все будет благополучно. Средства на развитие издания, оформление, подготовку, выпуск и распространение газеты и журналы получат на конкурсной основе. Как подчеркнули представители комитета по печати, сегодня сфера малой прессы развивается. В этом году фестиваль локальных СМИ собрал рекордное количество участников – 80 журналистов из 57 редакций.